Я готов говорить со всеми, я готов говорить конструктивно, готов полностью включиться в работу. Значит, если сегодня нужна будет мои знания и мой опыт о том, как навести порядок, я готов к сотрудничеству на благо граждан Молдовы. Я хочу увидеть конкретные действия тех, которые на себя взвалили сегодня очень тяжелую ношу. Я и наши сторонники готовы стать рядом для демонтажа системы, судов, прокуроров, чего угодно и так далее. В одной стране мира никто власть не отдает. Власть либо нужно идти забирать, либо идти по правилам Владимира Георгиевича Плохотника участвовать осенью в досрочных парламентских выборах.